I just want you. I just want you. The words I never said, but wanted to. I just want you. Ну что, друзья, всем здравствуйте, с вами Мэдэш, как всегда. Сегодня воскресенье, начинаем трансляцию, так же, как и каждое воскресенье, собственно. Вот, всем привет еще. Сегодня у нас будет необычный стрим, я давно обещал вам хорроры, вот сегодня я решил добраться до одного из них, и это игра под названием Monstrum. Я про игру ничего не знаю, специально ничего не смотрел, ни видео никакие, ни прохождения, ни стримы, вообще ничего, то есть ни хрена не знаю об игре, знаю, что хоррор, знаю, что страшный. Ну, собственно, посмотрим и сами убедимся в этом, вот. Так что давайте присоединяйтесь. Всех рад видеть, да, всем привет. Так, нам нужно что? Нам нужно вот это нажать. Фух, здорово. Так, ну что, друзья, он не очень страшный, ну, для меня любой хоррор очень страшный, пора это уже запомнить, ребят, вы не первый раз на трансляции нашей. О, Дисыч, здорово, Дарина, привет, всем привет. Что, каждое воскресенье стримы? А вы что подумали? Так. Ну что, друзья, давайте. Собственно, новая игра. Я ненавижу хорроры. Сразу. Я сейчас сразу начну ныть, что все плохо. Можно еще потише сделать игру? Лучше, чтобы вообще не слышно было. Да, и как всегда у нас, кстати, включены пососы. Вы можете... фоловить канал и пугать меня, донатить и пугать меня, и сабаться и пугать меня, собственно. Вот, хосты выключены, хостов нет. Это будет пипец. Так. Ядрить. Она будет жутко тихой, да? Я понял. Так, вроде бесконечный. Так, read. Она полностью на английском, да, игра? Ну, отлично, зато нам читать не придется. Ага. Так. Чё мы там взяли? Какую-то хрень. Блин, она реально будет такая тихая?
Пипец, хоть бы какие-нибудь звуки были. А, вот что, понятно. Пипец. Какого хрена? О, сейчас бы машину завести. Тут есть свет, ничего себе. Это круто. Lock it, unlock it. Что это вдалеке? Я полностью на английском пройти игру Эшу. Миссия невыполнима. В смысле? Чё мне кажется, что за мной кто-то идет? Или мне правда кажется? Блин, я вообще не готов к хоррорам. Здорово, Вути. Опять какой-то корабль ссаный. Мне уже страшно, пипец. Ой-ой-ой. Ну, давай, да, конечно. Лампы давайте полагаем, отлично. Просто зашибись. Скрипящие дверь. Двери. Фу. Блин, какая же гнетущая обстановка. Что такое? Отлично. Еще и будильник какой-то. Не будильник, а как это? Таймер. Что за фиолетовая иконка? В смысле? Ну, фиолетовая иконка. Чем тебе не нравится фиолетовая иконка? Твич вообще-то фиолетовый. Норм иконка. У нас теперь на каждом ресурсе будет своя иконка. Красная топ была. Ну, красная на ютубе. Фиолетовая иконка не подходит под описание канала. Ну, что поделать. Туалет, класс. Обожаю туалеты. Вы знаете это, да? Что это? Какой-то фалос нашел. Круто. Переделывать? Вам не нравится фиолетовое, вам нравится красное. Wash your toilet. Окей. Описание канала. Нет, описание канала переделывать не буду. Ноуты, ноуты, ноуты. Фиолетовый ядовитый цвет? Ну, как бы да. Это плохо? Фиксер, спасибо за хост. Уху. Что за дерьмо? Пипец. А, эту штуку можно брать. Какого хрена? А можно кто-нибудь за меня эту игру пройдет? Вот будет вообще топич. А! Ёпта! Иди отсюда! Чего? Во-первых, у меня сдох фонарик. Какого хрена? Подождите, стой! Какая новая игра? Нет! Мне что, каждый раз все заново?
Чего? Что? Каждый раз все заново? Да ну нафиг! Что за дерьмо? Я не хочу так. А почему теперь везде темно? Или так и должно быть? Пипец. Ой. Подождите, а что-то изменилось? Тут все поменялось, лол. Вы что, гоните? Серьезно? И тут все время все меняется? Да ну нафиг, Дарина! Все в смысле рандомно? Нет, так я так не играю. Я же не пройду никогда эту игру. Да пипец. Ой, я, кажется, зря это сделал, да? Да пипец. Мама. Ты в жопу. В смысле на пару дней растяну? У нас же как, один хоррор, один стрим, как всегда было. Так что... Да когда раньше? Раньше я не мог. Фу, блин. Я должен пройти? В смысле? Чё? Task completed. Ага. Ядрём батон. Прохождение особо долго, если не дохнуть. Понятно. Это не ко мне. Типа могу сюда зайти такой и спрятаться. Фу. Привет. Крабозерк. Альфа, это ты что ли? New objective. Тихо. Типа надо улететь что ли? Ага, нужен ключ. Блин. Еще какая-то дрянь тут ходит. Пипец, здоровенный корабль какой. Да ну нафиг, ребят. Ёпта! Твою мать! На нами поддержал наш канал и говорит дрова, кожаные ублюдки зрители. Стример, одна просьба. Страдай. Хорошего вечера, сученьки. В жопоньку иди. Не, спасибо за донат. Мать твою! Бежим! Он отстал от меня? Мало пересекались. Ясно.
камера. Блин. А! Нет! Вперед, Defender! Валим! Блин. Все. Спокойно. Спокойно. Фух. Ребят, ну нафиг. Я же... У меня это... Аритмия уже. Можно как... 15 минут стрима прошло. 5 смертей, я даю подсказку в размере одной штуки. Эй, чувак, чувак, блин, ты где? Убей меня, пожалуйста, быстрее. Короче так, на камеры нельзя попадать. Понятненько? Попадаешь на камеру, все плохо. Да это и так понятно было. Ой. Ага. Так, хорошо. А если я на... Не попа... То есть... Тут монстр появляется только тогда, когда попадаешь на камеру? Правильно? По-другому он, короче, меня не видит. Очень все грустно, короче. Камера, 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 сука. Блин. Ой, да ладно, не знает она. Что ты знаешь? Ой. Я не могу много брать. Фонарик не светит. Хоть с этой штукой ходи, блин. Не могу открыть. А. Блин. Ёб твою мать, не то сделал, короче. Что это? Какой-то хороший фонарик, что ли? Так. Нет, не вообще не фонарик. Блин. Я не знаю, что... Ну, ладно. Окей. Нет, лучше вот так. Фонарик у меня не работает больше. Все. Твою мать. Меня бесит эта гробовая тишина. А еще меня бесит, что жутко потемнело. То есть от слова совсем. Ядрен батон. Угу. Тут я был.
Так, 6. О, мамочка. Дек 7, блин. Ого. Ой, я могу ее, кстати, дергать. А, ну-ка, подожди. Я знаю, зачем мне эти кусачки нужны. Блин, я понял. New objective. Escape. Так. Сейчас. Опа. Так. Это типа можно надуть. Вынимаюсь, привет. Тут много скримеров. Я понял уже, что тут их хватает. Скримеры еще есть за всякие донаты, фолловы, сабскрайбы. Так что у вас есть возможность меня пугать. О. То, что надо. Вы слышали? Что это было сейчас? Тут кто-то есть, лол. Только не пугай. Насос. Я боюсь что-то выкинуть сейчас, короче, сдохнуть. Да хватит! Прекращай! В батарее кто-то стучит. Иди в жопу! Я обдам... Иди нахер! Нет, говно! Я не могу отсюда уйти. Твою мать. Сука. Сволочь! Я не могу ничего взять, короче. Смотрите. В смысле, не могу больше трех брать? Алло. Называется, тут есть свет. Опять кружка. О, ключ. Блин, я ничего не могу взять. Короче, пойдемте скинем всякое говно. Будем здесь все складировать, я думаю. Так. Насос. Я почему-то не смог его использовать. Так, фьюз. Это ключ. Это свет. Так, фонарик не работает. Так что он нам не нужен. О, божечки, как же все плохо-то у меня. Блин. О, смотри. Hey, mom. Hey, dad. This is recording number 5, I think. Anyway, it's the 14th now. We're looking into the issues with the boiler. So, yay, into the creepy lower decks. Suppose the lack of people showering is scarier, though? Like a big manly smelling tin can. Я думаю, там кто-то идет, а там какая-то хрень прилетает. Боже. Тихо, блин. Хоть мне тут. Что такое? Саббаттери.
Сап. Это лодка, что ли? Как там после операции? Да слушай, более-менее живой пока. Хеликоптер кейс. Так, ладно. Завтра обратно в больницу, так что. Блин, там камера. А, он сюда ушел. Понятно. Привет, Бездигер. Ой, а чё у тебя с иконкой? А чё это у тебя такое прикольное? Подожди. А, это у меня так показываются чиры? Офигеть. Да ты... Какая-то багуля какая-то. Task completed. Replace change pool. Так. Как это сделать? Подожди. Что-то не пойму. А... Я не порчу атмосферу. Что сделать-то надо? Не по. А, господи, понял я, все. Up. Down. Left, right. Кажись, дошло. Смотрите, короче. Привет, привет. Зигер, привет. Всем привет, ребят. Так. Возьму вот эту штуку. Ой. Я так понимаю, что тут надо просто выбраться с корабля, да? И тут есть несколько способов для этого. Правильно же? Нет, это не сюда. Как? Ёпс тудей! А знаете, чего мне не хватает-то, лол? Мне лебедка нужна. Походу, да? Или нет? Ага. Смотрите, короче, нужно найти лебедку. Ой. У меня есть такая штучка. Ага, я понял. Спасибо. Так, слушайте, ну я почти сделал. Зерга? А чё, зерга все нормально вроде. Так. Давайте посмотрим. Нам нужна лебедка. Эта хрень отсюда вышла, да? Получается. Так, мы здесь дверь откроем. Так, слушайте, а как мне отсюда уйти-то? То есть только через... Внутри, да, вот здесь? А! Сука! Блин. Какого хрена, а? Ну блин, мне осталось чуть-чуть, я почти выиграл. А эта хрень просто взяла и вылезла, я даже от нее не смог убежать. Боже. Все заново, блин, говно. Просто говно. А я на Ким, привет. Ну чё за фигня?
Ой, смотрите. Это это такая же, как раньше была. Круто. Ой, гляньте, что могу. Так, надо их нафиг все открывать, а то потом запутаюсь. Ну, это было нечестно. Скажем так. Так, окей. Спокойно. Да я не видел там камеры. В смысле, не учат. Жизнь меня. Фу, господи, да боже мой. Это пипец какой-то просто. Просто пипец. Так, ладно, я знаю, что мне нужно, короче. Херня где-то ползает. Интересно, зачем огнетушитель? Опа. Ёпс, блин, там новый монстр. Иди в дупу. Здрасте. Чего мне не сказали, что он меня... найдет сразу. Ой, блин, не то нажал. Так, спокойно, спокойно, ясно? Все найдет сразу, спасибо. Так, подожди, а если от него не убежать, то как? Как он вообще меня нашел? Я помню про подсказки. Пока не... Пока-то все интуитивно понятно. Блин, вот если... Я почти прошел. Рили. Подожди, нет, не так. Так, так. Я рили почти закончил. Мне осталось только лебедку найти, и все, я бы прошел бы. Ну, как я понимаю, я не знаю, конечно. А что, всего... Получается, всего два, что ли? Не, пока, пока хорошо. Опа-на. Есть топливо. Так, топливо это нам надо в вертолет. Хеликоптер. Возьму на всякий случай. Спасибо. Что это? Локет. Нет. Блин, там что-то есть. Тоже нельзя. Так, о, будильничек. Интересно, зачем будильник нужен? Короче, если рядом шаги или какая-нибудь срань, надо сразу убегать в противоположную сторону. Какой дек? Четвертый? Там восьмой, блин, был. О. Отличненько. Ничего не видно. Так.
пойду. Я на это не подписывался. Так, вот вертолет. Смотрите, короче, что есть. И чё? Ой, я проливаю, лол. А, я могу поджечь. Слушайте, это интересно. Вот зачем надо? Отвали в дупу. Отвали от меня. Срочно потроплено. О, убежал. Find full pump. А, понял. Unlock helicopter door. Добро пожаловать. Блин, да, это хрень. Че, он убил меня? А, не, не убил. Спасибо, Бздигер, давай, спокойной ночи. Привет, капитан Гном. Здорово. Так, ладно, давайте посмотрим. Что тут есть-то вообще? Ничего? Здорово, Рим. Так. Этот хрен, блин, тут ходит. Ну, все, отстал. Так, валим, короче, отсюда. То мне надоел. Да, хоррор, хоррор. Мы уже успели поорать. Чуть-чуть. Так. Так, мы были здесь, да? Тут поищем. Бутылка. Мне нужны эти щипцы, короче. Рили нужны. Детское время, вы о чем? Детское время нафиг. Так. Трень где-то рядом ходит. О, смотри, что нашел. Не могу уже взять, да? Там чашки были, надо выкинуть их нафиг. А, это типа шум создавать, что ли? О, вот оно зачем нужно. Понятно. Нифига. Нифига. Тут надо все быстро делать, чтобы они, короче, не начинали появляться очень часто, я так понимаю. Ну как. По закону жанра. Вообще ни хрена нет. Не... О, есть. Так. Что-то вообще ничего не нахожу. Мне кажется, что все в этом сам... О. Блин, я не могу взять. Ладно.
Не хочу туда. Хрень за мной идет. Спокойно. Здорово, Зерлинг. Вот здесь. Вот видите, они, короче, чем дольше ты играешь, тем чаще они появляются, чтобы убить тебя. Вроде прошел. О, господи. Фу. Да, я тоже слышал, что в Москве был снег. Да, на улице Дубак, согласен. Может, еще ниже спустить? Нет, я хочу другое, короче, крыло. Побежим уже. Сейчас снег шел? Да ладно. Серьезно? О, блин! Камера прям там. Фак, 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 фак. Прям здесь. Блин, да хрень тут везде ходила. Ух ты, нифига, он такой шустрый, вы видели? Южный парк ожидается. Ну, когда донатов на него соберем, туда денег нет, сейчас его покупать, к сожалению. О, вот он, блин. Да, тут два монстра, мы от них бегаем. Ё-моё, я руки испугался. Я не знаю, как его от него убегать. Тихо. Что-то не хочет он. Блин. Кажись, мне хана. Может и нет. Ёбстый, блин, нахер. Конфликт. О чем? Ну. Вот. Ой. Все вроде. Ушел. Какая бета, ты о чем?
О чем ты? Так. Не, нормас. Спокойно. Ёпта. Хрень меня вытолкнула оттуда. Смотрите. Так. О, я включил свет. Тихо. Так. Тут я был. Мне нужно наверх. Фак ми мазафака. Где я, блин? Иди в жопу. Дядь, спокойней будь. Так ты дурак, мразь. Фу, блин. Пипец. Как же страшно-то. Чё тут есть? О. Ой, я сумку нашел, офигенно. Вот это топчик. Нашел портфель. Ну, рюкзак. Блин, он здесь был, что ли? Так. Спокойно. Блин. Все круто. Фу. Спокойно. Хоть бы не нашел, а? Хоть бы не нашел. С какой одышкой? Нормально все. Нет, вон он, блин. Он задрал меня. Так близко ходит постоянно. Ой,
ну все, мне хана. Да, все, мне хана. Пока. Не, не двигаюсь. Я бы тебя поджег бы, ну. Не, я знаю, как можно его убить. Реально берешь, короче, разливаешь бензин, делаешь полоску и поджигаешь зажигалкой его. И это туда такой заходит, такой нет, и все. Так, все, ждем, пока уйдет. Ну пипец. Ты только что рассказал концовку игры? В смысле? Так и надо сделать, что ли? Лол. Я типа угадал, что ли? А интересно, а тут бензин выветривается, как вы думаете? Если я сейчас это сделаю, например, вот тут. У меня же есть бензин, да? Ну да, вот он. Смотрите, короче, что я сейчас сделаю. А, все, кончился, лол. Блин, я хотел круг сделать, короче. А, во, еще есть. Я просто боюсь, сейчас я потрачу его, короче, я не смогу улететь на вертолете. Слушайте, я прям постал вспоминаю. Вот, короче, он туда заходит, и мы такие, бах! И все. А, у меня две еще? Лол, у меня их до хрена оказывается. Подождите, я хочу сделать вот так. Спасибо. О, дрель. Ой, смотрите, что есть. А я не могу взять. Так, надо вот эту хрень выкинуть. Слушайте, а вот эта штука... Блин! Ой, мразь. Охереть, у меня укрытие. Я же сдох. Нет у меня зажигалки. Фух. Я заранее разлил. О, класс. Да будет свет, дали достижение. Там камеры? Серьезно? Ой. Мне очень страшно. Правда. Я прям уже обосрался весь. Они не лайв-камеры, кстати. Вот дерьмо-то, а. Вроде перестал топать, да?
Так, бензин не выветривается, это хорошо. Подождите. А, это на вертолет, наверное, надо присоединить. Блин, пойдемте наверх к вертолету сходим. Так, а здесь камера, да? Да. Вниз идти. Так, спокойно, спокойно, Эш. Все будет хорошо. Я тебе это гарантирую. Только вот найти бы... пока-пока. В смысле? А чё, мне не страшно? Я тут ору, как девочка. Не страшно, блин. Так. Спокуха. Блин, он достал тут рядом ходить. Мне тяжело. Очень тяжело. Я даже говорить-то ничего не могу. Блин, вы же слышите, что я молчу по большей части. Я даже не знаю, что сказать. Да и вы не особо общительны. Ну, уже поздно, наверное, поэтому. Блин, а прикольно на самом деле вот то, что чувак донат... Надо еще, короче, больше донат сделать. Я сделал стольник минималку. Надо сделать побольше. Пускай он оскорбляет зрителей там рублей за 500. Ну, типа. Жаль, нельзя сделать вот тем, кто... ну, типа... Как сказать? Ну вот с ноунеймом, короче, ну типа анонимы, чтобы там другой донат какой-то был. Меня жаба душит, тебе 100 рублей донат. Так подожди, ты-то тут при чем? Я не про тебя сейчас говорю. А ты-то ты мне и так не донатишь. Не, ну как донатил, почему? Нам нужно... Блин... Он уйдет отсюда, нет? Я жду, пока он уйдет, и чтобы дальше пойти. Я хочу к вертолету дойти. Пипец. Мне интересно, кто еще там постукивал. Ну, это он, наверное. Мне кажется. Я не думаю, что здесь кто-то еще остался. Так, сейчас подождем еще чуть-чуть. Не, ходит рядом, я слышу его. Угу. Он не уходит отсюда. Блин, уходит рядом со мной, сволочь. Да не, на самом деле больше 100 рублей я не буду делать, так что не волнуйтесь. Да, ребят, напоминаю, что вы можете меня пугать с помощью кнопки follow, subscribe и donate. О, какие люди! Здравствуй. Ты опять? Я думал, тебя забанили. Не напугал. Это не искренний follow был. Так что херня. Ну когда он уйдет, то уже. На самом деле я просто смотрел в соседний монитор и увидел оповещение. Так бы, может, и испугался бы.
Я жду, пока чувак уйдет. Сейчас он уйдет, и мы дальше продолжим бегать. Нам что нужно? Нам нужен насос. А, нет, нам нужен сначала скотч, потом насос и лебедка. Я лебедку еще даже ни разу в жизни не видел. Карабина-то. Пойдем, подождем, пока монстр выйдет из игры, ну как вариант. Подождите. Так, нормас. Блин, куда ее присоединить-то? Опа. Подождите, вот у меня есть, короче, такая фигня. Ну, чего ты? Не, нифига. Она не хочет. Подожди, а вот это тебе не надо? Нет. Фак. Дребедень пришла. Я хочу в самый низ. Тут я еще не... Блин, я тут был? Нет, тут не был. А, был, лол. Когда я тут был-то уже? Я не выкинул, блин, я лох. Чилийский. Батискаф! Лул? Смотрите, это точно сюда. Куда присоединить-то тебя? Так, смотрите. Блин. Так. Ага. Не фак, не мазафак. А, блин. Ё-моё, хватит! Боже, сколько у тебя мультиаков, а? Придурочный. Так, я ничего не могу включить. Ага. А у меня нету, да? Блин. Где было? Кто подписался? Там ничего обидного. Ой. А, вот здесь я не был, да? Опа. Новая палуба. А, там ничего не было. Там ни мата, ничего. Просто я взял забанил, потому что он у меня забаненный же.
Я в тупике. Я в тупике, все. Я в говне. Я в говне, ребят. Или нет? Да, я в говне. Там что-то есть. Я в полной жопе. Как отсюда уйти? Ребят, помогайте. Я не знаю. Блин, я не хочу умирать, я так далеко уже продвинулся. Правда, нифига не нашел еще. А, лол, он зайти не может. Блин, у меня... Ушел. Чего умри-то? Зачем? Ёпта. Тут везде... О, тихо. Мне показалось, блин. Я не понимаю, короче, где здесь все. Не будь дерьмоед. Он достал ходить тут рядом. Мне сюда надо, лол. Как сюда попасть? Не могу открыть. Что у меня есть? Не знаю. Такая хрень нужна? Мне вот сюда нужно срочно. Куда-то побежал. Ну, ё-моё. Как ее открыть, ребят? Знаю. У меня нет идей. Я хожу по кругу, по-моему. О, гляньте. А, это начало игры, лол. Ясно. Так, может сюда надо эту штуку? Нет. Мне вот сюда, походу, нужно. А, я знаю, что надо сделать. Надо вот эту штуку включить, наверное. Типа все будет в ажуре. О, господи, как все сложно. Че так сложно-то? Че так сложно? Непонятно. Я даже не смог там с батискафом помудрить ничего. Так ничего там не выкинул. Пипец. Короче, по-моему, самое легкое это найти лебедку. Да? Тихо. Спокойнее будь. Хочу вот здесь спуститься в самый низ. Тут я вроде еще не был. Твою мать. Иди в жопу. Слушайте, а мне кажется, или я сейчас приду туда же, где и был, не? Странные помещения.
Блин! Да пожалуйста! Твою мать, все, я тут. Пришел, смотрите-ка. Ага. Я вижу переключатели какие-то там. Так. Что-то есть. Еще один будильник. Нафиг он мне нужен? Ага. Смотрите, какая штука. Что это? Так, например, дропаем вот это. Что это такое? А, сварочник, нифига. Прикольно. Так. Прикольно. Спокойно. Ребят, что такие молчаливые-то? Вы хоть поговорили со мной. То у меня вообще пипец. Так. Видите? Тут, короче, есть телефон. То есть можно SOS вызвать. Мне нужен предохранитель. Если будет предохранитель... В смысле, ты ждешь моей смерти? Ты вообще в меня не веришь, что ли? Ну что за хрен даба? Смотрите, тут если набрать, короче, телефон. Я вообще ничего не могу набрать. Тут нужно электричество, я понял. Для этого нужен предохранитель. Так. Давайте осмотримся. Че, есть тут что-нибудь? Что это? Че? Ну пипец, вообще ни хрена нет. Я не понимаю. Я не нахожу то, что мне нужно. А! Господи! Хрен с тобой, ходи там. О, еще один телефон. Прикольно тут у вас. Блин. Еще одно достижение. Ага, вот еще один. Ну, короче, все плохо, ребят, у меня нету... Хрена. Я видел, куда мне надо. Ну, в смысле... А...
Я видел, где щипцы... эти... Блин, кусачки, короче, лежат. Но при этом я взять их не могу. То есть я не знаю, куда попасть. Это печалит меня. Я вообще... О, зажигалка, лол! Опа-на, опа-на. Так, давайте-ка вот это тогда выкинем, наверное. Все, класс, зажигалка есть. Слушайте, как бы мне его так заманить-то, блин? Я просто не знаю. Ну, я предполагаю, конечно. Как? Так, подожди. Интересно, какая из них полная, какая нет? Вот это была, по-моему, первая, да? Так. Ладно, хоть что-то мы нашли. Хочу сюда. Интересно, он на шаги вообще реагирует? Валим просто отсюда, короче. О, смотрите, еще одна дверь. Ага. Можно тебя покрутить? А, я типа перекрываю их, да? Получается. Так, это я был типа с другой стороны, да? О, смотрите-ка. Ё-моё! Тут веселуха. Слушать. Чего? А, да ладно. Я могу карабкаться, короче, да? Это весело. Блин. Тут у него была пирушка, я смотрю. Так, ладно. Давайте посмотрим, что здесь да где. Может, тут есть что-то, что мне нужно? Или это просто, чтобы... Кстати, если его сюда заманить, то все, хана ему. Ну, прикиньте, заманиваешь его сюда, короче, да? И поджигаешь. Все, ГГВП, победка. Маски? What? What? Я очень низко спустил. Блин, пипец он тут гулял. Телики. Всякий разный груз, короче. Тут я не был, если что. Получается так. Ну, короче, да, тут от него можно бегать вовсю. Я уже запутался, если честно. Если я все перекрою. Там дверь тут тоже есть, да? Фу. Сложно, ребята, очень сложно. Ага, во. Показалось, что он наверху, я чуть не обосрался. Думал, все, короче, сейчас будет. Так, это я не могу. Фак! Так, чё там? Вот, сап. Power консоль, батарея, headlight. Чё? Не, он кончился. Фак, я не ту канистру взял. Ёпта, пошёл ты, хер.
Спокойно. Спокойно, Эш. Все хорошо. В смысле, блин, чего? Какой лабудой? Я ищу всякие штуки. Какой я лабудой занимаюсь? Блин, вот то, что я бензин просрал, это вообще ГГВП. Лабудой я занимаюсь. Я, блин, я пытаюсь пройти игру. Алло. Куда же ее, блин, ставить твою... Еее! Забаррикадировал, что ли, лол. Пауэр консоль нужен. Я не могу поджечь, алло. И зажигалка потратилась, что? Я зажигалку потратил как-то. Как? А, вот она, господи, фух. Подожди. Как поджечь-то это дерьмо? В смысле, блин? Дядь. Она не горит. Мне нужна пауэр-консоль теперь. Блин, ребят, где может пауэр-консоль лежать? А, смотрите, мне тут надо будет еще, короче, свет включить, да? Да. Не-не-не, не получается на F. Вот. Нифига. Ну, мне хана, блин, он прям рядом ходит. А, контроль панель, это вот это вот. То есть мне нужен один предохранитель. Блин, где его искать-то? Пожалуйста, можно где-нибудь здесь я найду? Старстрак, привет. Чего за... Это игра. Привет. Ладно, валим, короче, отсюда. Я не знаю, я правда не знаю, что делать. Отсюда сваливать. Я знаю, что надо сделать. Надо вытащить из другой фигни. Точняк. Я знаю только одно место. Так, а у меня... Слушай, я не могу... А, слушайте, горит, кстати. Как он там оказался? Ой. Тихо. Ладно, давайте не будем всякую херню творить, короче, надо. Так, он с той стороны, да? Спасибо, капитан очевидности, а я этого не понял. Так, ну, спасибо за спойлер. Так. Я не хочу идти к вертолету, мне он нахрен не нужен. Подождите, я... Блин, я обратно же иду, по-моему, нет?
Как отсюда выйти, блин? Я знаю, я помню только одно место, где был грёбаный выключатель. Сейчас я... Блин, нет. Фак. Казалось. Пожалуйста, только не найди меня, я тебя прошу, я тебя молю, просто молю тебя, не найди меня. Пожалуйста, пожалуйста, не найди меня. Не найди меня, чувак, не найди. Нет, нет, я тебя прошу. Нет, не открывай эту ссаную дверь. Фух. Он ушел? Нет. Да, ребят, всем здравствуйте. Добрый вечер вам всем. Блин, ну чего он тут ходит? Уходи. Уйди, пожалуйста. Ну и что делать? Мне надо выше, да, подниматься? Вот. Да где-то здесь. Тут еще и камера откуда-то. Слушайте. Прикольно. А тут я не был. Ну почему тут сраная... Нафига мне кружка? А, кружка это чтобы отвлекать его, да? Типа разбил и все. Че это? Опять будильник ссаный. Нахер ты мне нужен? Вот правда. Ой. Не то. Я на самом деле хотел бы уплыть, но я не нашел ни хрена... Точнее... Пипец, давай еще застрянь тут. Я нифиг... Нашел, точнее, эти... Ай, блин. Щипцы, короче, нашел, но их не достать. Спокойно. Спокойно. Блин, тут ходит сволочь. Тихо.
Интересно, если я буду пешком ходить вот так вот тихо, то он меня услышит или нет? Да нафиг мне эти защелки нужны? Нет, не пробовал. Ёп туда. А! Тихо. Чё-то камеры дофига. Пипец. Вот, наконец-то нашел я это место. Вот. Её не вытащить отсюда, серьезно? Подожди, может так? Ее не забрать отсюда, фак. Фак, фак, фак. Что-то далековато, не? Ладно, пофиг. Так, а у меня ничего нету, чё, смысл-то от этого? Какой? Никакого смысла. У меня вообще ни хрена нет. Ха-ха-ха-ха. Чё делать, блин, ребята? Чё делать? Ну, в смысле, её не забрать? Я пытаюсь. Я не могу её вытащить отсюда. Ну, никак. Да в смысле, умри, блин, ну чё вот... Ну, пипец. Жесть какая-то, не понимаю я нифига. Как мне вытащить-то ее? Или новую найти? Ну где тут хоть что-нибудь есть в этом самом корабле? Кусачки в другом месте заспаунятся. Да нафиг мне эти кусачки. Мне остался... Блин, у меня один предохранитель остался, и все. Я пройду игру. Ёпта. Да говно ты вонючее. Чтоб ты сдох. Ладно, валим отсюда, короче. Он теперь будет здесь. Он теперь будет там тусить, а мы пойдем туда. Как мне попасть к кусачкам, ребят? Так, подожди. Я хочу вот это все выкинуть. Нахрен, все равно не пользуюсь. Так. Душитель один оставим. Так, эти штуки тоже выкинем. Вот, нормально. Слушайте, может во всяких этих ящиках может что-то лежать? А я так бегаю мимо них, надо их хоть пооткрывать. Правда, потом бегать через них неудобно будет, ну ладно. Тоже другой вопрос. Я, короче, сейчас буду по этажам ходить. Подожди, четвертый. А, четвертый не могу ничего сделать, да? Я не могу, я не понимаю, как его заправить. В том-то и дело, я бы заправил. Вот, вот мне надо вот сюда попасть. Так, это самое начало, короче, вот это вот. Где я сейчас? Так, здесь кружки, больше ничего. Кстати, наверху еще что-то лежать. Блин, мне уже надоело, если честно. Я не понимаю. Так, нет, подождите, давайте ниже-то опустимся. Самое прикольное, что вы же тоже не знаете, где тут что лежит. И как мне помочь, тоже никто не знает, естественно. Может, я где-то что-то проглядел. Он уже здесь, серьезно. Он теперь меня преследует, блин. Прямо надо мной.
Я свет только что видел на фонарике. Слушай, ты со своими советами, знаешь что, просто лучше молчи. Правда. Пипец. Блин, что же делать-то? Не понимаю. А! Ну он здесь, блин. Я не хочу все заново. Не хочу. Я к этому монстру уже привык. Че, ушел? Боже мой. Да если бы я знал, я бы не тратил бы эти штуки. Давайте ходить пешком. Мне кажется, что он, кстати, реагирует на это. Почему-то. Слушайте, а можно как-то? Подожди, не-не-не-не. Так. Так. Он тут, что ли, уже? Пасос, просто пасос. Вот ты тут ничего нет. Мне вот интересно, а тут игра рассчитана? Я нашел клейкую ленту, ёпрстые. Мне интересно, тут игра рассчитана на то, что к каждому выключателю можно найти этот хрень эту. Я не могу ее вытащить, лол. Все, хана, вокзал. Я не могу вытащить. Полтора часа уже. Вот так вот. Не, ну мы еще умирали. Сколько мы? 3 раза умерли, да? О, у меня же голова разболелась. Угу. Дарин, можешь мне сказать, я могу, ну, я смогу найти еще эти переходники? Ой, блин, транзисторы, короче. Или они тут в ограниченном количестве? Он хоть клейкую ленту нашел. Пожалуйста, только транзистор остался, ну ёпрсте.
Я здесь уже был несколько раз. Хоть карту рисуй, честное слово. Я уже запутался, где я был, где я не был. Это трындец какой-то. Блин, реально что-то наша голова заболела. Капец. Я был везде, блин. Тут еще ниже опускаться. Тут где-нибудь ходить, не знаю. Жалко, никак не, ну, не пойм... Да, карты тут нет. Power консоль, понятно. Может, здесь где-нибудь можно найти? Хрен его знает, ребят, честно. Я не понимаю. Насос! Отлично! Я насос нашел. Блин, пойти бы потратить все это. О, еще финтифлюшка. Слушайте, а если я эту сейчас дропну? Вот, да, вот так можно. Новую взять, чтобы... Это пускай валяется. Кстати, вот так можно и отмечать, где я был. Ага. Приколюха. Так, давайте тогда сходим к этой хрени. Так, нужно самый верх, да? А чего они все опять включены-то? Я же вроде... Тихо. Спокойнее будь. О, че это? Лол. Я нашел что-то. Пожалуйста, можно транзистор? Просто пожалуйста. Я, блин, век благодарен. Да, гребаная кружка. Пожалуйста. Да, ёбаная мать. Пять кружка. Ну, пожалуйста. Да ё-моё. Не то все. Все не то. А там вообще места не осталось, да? Да. Кстати, сварочник мне, по идее, же не нужен. По идее. Давайте здесь, короче, осмотримся. Кажется, что здесь что-то будет. Ну, пипец вот этих штук. Рядом. Угу. Все очень плохо. Ну да, типа того. Так, подождите. А это мои шаги? Как отсюда выбраться-то, блин? Я одного не понимаю. Я их вроде закрываю, но они, короче, что-то не хотят. Они постоянно включаются. Как отсюда выйти-то теперь, лол?
А, вот же. Мне куда надо? Мне надо наверх, да? Дек 5. Ага. Понятно. Так, сюда, наверное, да? Там мне надо-то, блин, идти в какую сторону. Подождите, нет, мне вот сюда надо. Да, вот мне наверх тут надо. Ок. Так, здесь я везде был вроде. Вот, наконец-то. Так. Заклеиваем. Надуваем. Да давай, давай. Блин, а где лебедку достать? О, так. Блин, подожди, вот я ее сейчас дропну, короче. И хочу ее наполнить. Так. Блин, нет. Никак. Так, подождите, смотрите, что мне надо? Escape. Chain spool. Где ее достать-то, блин? Может так? Что за говно? Блин, вон. Да я бы уже что-нибудь бы заварил, честное слово. У него писюн есть? О. Где мне лебедку найти? Ребят, объясните мне, как мне открыть дверь? У меня, конечно, есть мысль, что ее надо сварочником обработать, но что-то я сомневаюсь. Я не помню, где она, что самое интересное. Я реально забыл. Тихо-тихо. Блин, может, тут что есть, а? Еще один долбанный будильник. О, плюс. Если я сейчас тут найду что-то, это будет пипец. Нет, не нашел. Да, блин, ну это... Да, это может и резак. Какая разница, господи. Вы понимаете, на чем я? Вот этот штурвал. Тут вообще нифига нет. Ну-ка. Ай, надо, короче, осмотреть тут все. Блин. Ты чего? Блин! Как он дверь открыл? Я же ее на замок закрыл. Или ему насрать? А, подожди. Я смог убежать? Лол. Что за прикол?
пошел ты! Иди в жопу. Какого хрена так долго-то теперь? Я думал, мне хана. Просто от него свалить, короче. Правильно искать эту батву. Все, все проходы закрыты. Пипец, какой же он долгий, да? Он все время за мной бежал, прикиньте. Это, вот, это сколько уже мы времени от него бегаем. С каждой минутой, по-моему, все сильнее и сильнее становится. И умнее. Какой-то странный стал. Мне кажется, я его разозлил. Пипец. Чё, ребят, у вас есть какие-нибудь идеи? Вы можете подсказывать вообще-то. Ну, помочь хоть как-нибудь. То вы вообще сидите, молчите, блин, я даже... Вообще нифига не понимаю, короче. Тут нужен выключатель, блин. Короче, я их зря потратил, походу. Я не знаю. Просто не знаю, что делать. Ну, трындец теперь. Чем больше смертей, тем больше подсказок. Так нет смертей-то. Да я не хочу подыхать. Так, это самая первая комната у нас, да? Но в ней ни хрена нет. Вообще ничего в ней нету, блин. Ходи лошадью, отличный совет. То, что тут все рандом, это понятно и так. Но... Ладно, давайте все обходить опять по новой. Я не могу, блин, как? Ребят, пожалуйста, объясните, как дверь открыть. Ну, ёпта. Как ее открыть? Она не открывается. Мне ее не повернуть, ничего не сделать. Да какой? Вы скажите, какой? Я не... Вот эту хрень я не могу юзать. Да ёпта, опять я покинул это говно. Ой. Подожди, я что? Так. Где? Алло, в руки возьми это говно. А, ясно, я понял. Юзай все подряд на нее. Чё на нее юзать-то, блин? Крафтить? Тут можно крафтить?
Хоть бы... Я не знаю. Я не олень. В смысле олень? Там есть хоть что? Вот, блин, я вижу щипцы. Вы что, хотите сказать, что стримы смотрят только тупые люди? Отлично, блин. А стримеры тогда кто? Вообще дауны. Понимаете, я не нашел ни ключи, ничего вообще. Полный ноль. Понимаете? Просто полный ноль. Блин, пожалуйста, дайте мне... Я почти прошел игру. Мне осталось либо лебедку найти, либо этот самый... Как его? Предохранитель. И все. И все, я отсюда свалю. Просто надо найти эту хрень. Что это? Надо ходить искать, а что делать? Ну, как бы другого выхода тут я не вижу. Но я уже вроде все облазил. Прям вообще все. Ой, что такое? Нет? Ладно, короче, вы мне все равно не поможете ничем. Я вас знаю. Вы же еще те. Просто надо, главное, не заблудиться сейчас. Просто ходить медленно, спокойно и не заблудиться. Блин, вот какого хрена тут развилка вообще? Вот так вот все тут облазить. Да морально-то морально. Морально-то это ясно все. Это все хорошо и прекрасно. Блин, я уже заблудился, короче. Была бы тут карта. Ну все, короче, я сейчас заблужусь. Да, обратно идти. Блин, как же тут вот это все? В смысле, блин, лестница? Какая нахер? Откуда здесь лестница? Так, вот вроде сюда. Вот это я зря вставил сюда. Блин, вообще, короче, идиот. Блин. Что за говно? А что такое? Блин, дурыш не пришел. Он слишком умный теперь. Он теперь знает, где я хожу. Реально чует меня, сволочь, а? Ой. Не, ребят, я пройду игру. Я хочу ее пройти. Будем сидеть. Сейчас он идет. Как же ты меня бесишь, а? Будем сидеть, пока... Нет, не пройдем. Потому что игра не такая сложная. Ну и да, к монстру привыкаешь, конечно. Но я напоминаю, что вы можете меня пугать посредством... фоллова. Доната. И сабскрайба. Бэдмайс хорош. Я сначала начал читать, думал, ну все, короче, типа спойлеры, потом увидел слово лифт и понял, что нет. Но инструкция, как уходить от блудницы, мне не нужна. Я к ним не хожу.
Сейчас я пришел оттуда, не сюда. Подождите. Блин, я опять сюда пришел. Я назад иду, да? Ну да. Да, я назад иду. Или нет, или вперед, наоборот. О, боже мой, как... Я... Дарин, я вообще не хожу к блудницам. Вот так вот. Мне это не нужно. Слушайте. Так. Дайте подумать. Наверное, только в контейнерах может что-то остаться. Ну и дурак. В смысле дурак? Ты что отзываешься? Давайте. Что это? Подождите, а я здесь я не был. А, нет, это же я их выкинул, по-моему, да? Или нет? Это я их выкинул? Гарп, иди в задницу. Вот так вот. Нет, я здесь был все-таки. Блин! Все, короче, что? Кто с ними рядом или нет? Просто все обыскали. Сомневаюсь, что что-то найду. Ну, вдруг. Так, отлично. Дед, да блин, ну какого? Мне кажется, что я зафакапил. Ну, в смысле, что тут... Хотя нет, как это, как я мог зафакапить, если я еще не все, типа, нашел. Так. Да пипец. Да-да-да, креативные шутки, все верно. Я тоже уже поржал. Так. Че? А, блин, я тут опять был, ну... Отстаньте, а, пожалуйста. Лучше бы что-нибудь дельное сказали, вот правда. Чем всякую херню нести.
очень прикольно. Привет, привет, ребят. Блин. Неужели найдет сейчас меня? Зачем мне другую работу искать? Так. Я хз. Просто. Просто хз. Реально, я не знаю. Мне кажется, блин, из-за того, что... Блин! У-ти-ти-ти-ти-ти-ти-у. А! Рядом. Отстань. Отстань от меня. Отстань. Отстань. Ушел? Не понимаю. Оп. Во. Тихо. Тихо. Зараза. Ну какая-то здоровая хрень за мной бегает. Я не хочу, короче... Я не хочу другое прохождение. Хочу это закончить. Если больше нет предохранителей... Блин, я ни разу лебедку не видел. Вообще ни разу ее не видел. Я... На самом деле, я же чуть не зафакапил это прохождение. Он же меня один раз поймал. Он теперь вообще от меня не отходит, понимаете? Реально постоянно тут. Чё делать-то, блин, не понимаю. Это точно, что вещи могут не все появиться? Я не хочу. Блин, ребят, вот это правда, что вещи могут не все появляться? Или вы меня... О, Ульки, здорово. Да блин. Бомбер Крю топовая игрулька. Ну да, неплохая.
А, я этой фигней могу его... Я типа, если в него из огнетушителя херану, то он типа остановится. Понятно. Интересная теория. Все зависит от вещей, которые появились. Лол, вот это вообще классное объяснение. А, не всеми тремя можно воспользоваться, ясно. Да нет, не так. Алло. Подожди. Так. Как тебя? Блин, я не знаю, ребят. Так, а что нужно, чтобы хеликоптер? Fuel pump. Ага. Подождите, а вот это разве не оно? А, нет, это канистра. Не, ну ок. Ой, случайность. Как мне эту фигню заправить, я не понимаю. Или тут сюда как раз помпа нужна? Не понимаю я немного. А! Ой, ладно, короче, давай убивай меня. Ой, ты не можешь сюда пройти, дядь. Обидка какая. Блин, я бы тебя поджег бы. Какая там дверь была закрыта? Ну. Смысл, подожди. Давай, Зерлинг, пока. А, какая? Железная с разбитым окном. Да, ребят, у меня... Я не нашел ключа. У меня нету помпы. Если она тут вообще есть. Я ни разу не видел этого самого лебедки. И у меня нету предохранителя. Понимаете? Почему я клоню? Что тут все очень плохо. Предохранитель мне нужен? Так их тут ограничить. Блин, ладно, давайте сейчас сдохнем, короче. Окей, начнем заново, блин. Потому что я не знаю. Как мне вызвать-то этого придурка? Иди сюда. Смотри, включаешь таймер, кидаешь. Таймер, серьезно, он где-то в жопе валяется. Я понял, это нужно, чтобы он сломал. А, слушай, прикольно. Да, он же может вырывать двери, точняк. Все, сейчас сделаю. Спасибо, Дарина. Ты мне очень сильно помогла. Чего я там тебе должен за это? Блин, вот как всегда, какие вы? Мне чтобы на халявку. Три коктейля и салатик? Окей. Так, а теперь другой вопрос. Мне же сюда, правильно? Модерку? Не, ребят, пока модеров нет на канале. Только научиться бы еще... Это самое... бы мне еще пользоваться. Блин, мне кажется, ли он их закрывает? Или они сами закрываются? Потому что что-то я их вроде открываю. В смысле? У меня никогда 10 модеров не было. А, вот, да, открытые. Дорогой европейский кар. Да, это точно. Так, а мне... Мне на какой уровень, не помните? На второй, по-моему.
вроде сюда. Да? Наверное, сюда вот. Подождите, вот. Нет, не сюда. Да-да-да, всем по модерке обязательно. Блин, нет, не сюда. Здесь было. А нет причины никакой, ребят. Я просто взял и убрал. Будет больше зрителей, будут модераторы. Сейчас, ну, я не вижу смысла просто. Никакой причины нету. Вот серьезно, мне просто вот я взял и сделал. Вообще сейчас хочу. Лол. А это как? Я же все закрывал. Здесь не было, что ли? Не был. Дверь даже открыта. Блин, кажись, не этот уровень, да? Да какое хамство, ты чего? А! Да-да-да, абсолютная власть. Я еще раз диск повторяю, нету причины. Я никому ничего там не говорил. Просто взял и снял. Да, теперь чат здесь власть. Как... Пока что. Нету причины, серьезно. Я просто взял и снял. Вообще, ну я, блин, я клянусь. У вас нет власти? Почему есть? Ну, как? Такая. БЛКСН, привет. Подожди, это ты, который с ником Я? Нет? А, нет, там другой, по-моему, ник был. Или такой. СК2 ТВ, нет? Не ты? Вы не придумываете всякую фигню. Ну, серьезно, вы какие-то подвохи всегда ищете. Не надо. Ничего нет такого. Все предельно просто. Я сейчас вообще занимаюсь оформлением канала. Там сейчас, не знаю, будем, наверное, паблик ВКонтакте развивать. Да, кстати, ребят. О, слушай, Локасан, да, здорово. Здорово, здорово. Давно тебя не было видно. Какими судьбами к нам? Будешь еще приходить или опять пропадешь? А, короче, да, напоминаю, что вы можете купить футболку официальную нашу. А, скоро в паблике, наверное, появится прям товар. Там же можно там типа товары добавлять. Вот мы вот сейчас над этим работаем. Вот, короче, если вам интересно. Ну, я, помните, на стриме пока. Ну, я потом сделаю видос с обзором. Вот. Могу, кстати, показать вам сейчас, секунду. Чего не рановато? Не рановато футболку показывать? Да не, нормально. Я не знаю. А, ну вот, да. Короче, вот это вот спина. То есть, да. Ну, тут лого обычное. Вот. И вот такая вот футболка, короче. Вот. Вопрос там цены, ну, не знаю. Вроде как мне пока сказали, что 1400 такая будет стоить. Вот. Но... это самое... Но это еще пока не точно. Да не, не рано для футболок, что-то. Нормально. Просить подписаться, как в 2007 лайки просили. Да брось ты. Не, ну да, если вам нравится трансляция, обязательно вступайте и в паблик ВКонтакте, и в наш Дискорд, все ссылочки есть в описании, так что... Все там написано. Ну и, конечно, нажимайте кнопку follow и... Подписывайтесь. Блин, он здесь. Он все, он от меня не отходит.
возможность. Ну, вон, добавляйся в Дискорд. Может, побольше будешь. Ну, будешь анонсы видеть хотя бы. Нам надо еще, блин, Дискорд бы тоже побольше народу туда. В смысле, бараны? Ага, вот. Блин, а мне, по-моему, туда. За год сабскрайб, футболка в подарок. Так, вот самое начало, короче, да? Мне сейчас вот, короче, вот здесь. Вот сюда, мне кажется. Нет, не сюда, блин. Сейчас запутаюсь, короче, и... Слушайте, точняк. Блин, а если он, короче, сейчас эту вырвет, да? Не, мне лучше ту все-таки сделать. В смысле, Дарин, ты чего, гонишь, что ли? Я вообще ничего не сказал. Я ждал, пока монстр уйдет, и разговаривал с чатом, алло. Вот, все, я пришел уже. Так, а как его? Он... Этот придурок не кинул его. Да за что мне извиняться за то, что я модерку снял? Я не понимаю, почему я должен за это извиняться-то? Я не понимаю. Да, рука жесткая. Давно добавился в Дискорд? Да, серьезно? Я не видел. Ну, в смысле, что-то не помню. О, дали достижение. Ой, отлично, я еще и козел. Спасибо, что оскорбляешь меня, конечно. Особенно при людях. Очень приятно это все слышать. Интересно, он выломал ее или нет? Если он сейчас ее не выломал, то все, короче, это кабелло. Лично я себя козлом не считаю, поэтому такое себе. Yes. Блин, да чтоб тебя. Так, ребят, отлично. Пожалуйста, предохранитель, просто я пройду эту игру и все. Пожалуйста, дайте. Fuck. Ну, говно. Сейчас мы вторую дверь также выломаем. И нормально. Я все прекрасно понимаю. Что? Какая следующая игра? Не знаю. Сейчас, короче, надо вторую дверь ты так не выломаешь. Но туда нужен предохранитель. У меня нет предохранителя. Ну, короче, да, надо подыхать. Давайте Блин. Слушайте, а если его сюда запихну? Бай, не могу же поджигать нифига.
Ладно, давайте сдохнем, начнем заново по-быстрому. Все, давай, иди сюда. Придурок, ёпта. О, я хотел проверить. На! Нравится? Ой, кончилось. А мне шею сломал, сволочь. Прикольно. Блин, я что-то начинаю на чатик отвлекаться, надо все. Хорошо, ребят, извините за то, что я с вас снял модерку. Просто, не знаю. Ну, это... Я не знаю, зачем, правда, что тут такого прям серьезного. Я не понимаю, почему вы к этому так относитесь, прям. Ну, не знаю, честно. Мне непонятно. Будут модераторы, только позже. Я же не говорю, что я навсегда снял. В общем, Дарин, пожалуйста, прости меня за то, что я снял с тебя модерку и ничего не сказал. Никакого сарказма, честное слово. И нет никакой причины. Просто вот я взял так и сделал. Потому что я хочу сначала, когда, ну, побольше зрителей, а потом уже, ну, и всего остального. А потом уже, собственно, этот самый. Потом уже и модераторов, и всего остального. Блин, зажигалка сразу же, нифига. Да я представляю, я сейчас стрим закончу, там в личке, наверное, столько всего интересного. Может и нет. Посмотрим. Ну все, сейчас мы, по идее, должны быстро пройти. Наверное. Так, присесть. Так, ну это мне не надо. Я теперь еще не знаю, какой у меня монстр. Подождите. А, это я отсюда пришел. Что это такое? О, паяльничек. Сходу так, а? Неплохо, неплохо. Ребят, просто правда, вот, блин, вот послушайте меня один раз. Не ищите какой-то скрытый смысл в том, что я делаю. Если я так делаю, то я знаю, ну, считаю, что так важно и нужно для канала. Но никого я обидеть не собираюсь и не хочу. Это, ну, вообще не в моих интересах. Серьезно. Давайте не будем это обсуждать. Если вы хотите это пообсуждать, то в личку, либо, ну, в Дискорде, короче, не на стриме. Правда, не надо мне постоянно писать, вот ты говно, скатился и так далее. Если прям хотите, если вам это так важно, это написать и сообщить, пишите в личку. Не нужно это на стриме, в чате. Блин! Сука, пошел ты в зад. Модерам нужна причина, но ее нет. Ее нету, понимаешь? Просто нету этой причины. Самое хреновое, что вот эта вот дрянь, она может сквозь стены. Я ухожу... Да ну, нет, Дарин. Я... Она еще за мной идет. Я не по поводу этого пишу, типа так. Правда. Все, давайте не будем. Ну правда, ребят, давайте спокойно поиграем. Какие-то звуки страшные. Пипец. Ничего нет? Ой, все, хана. А нет, лол. Тут и весело было. Ой. Так. Спокойней будь. Лента, отлично. Да блин.
прикольно. Он меня типа стрельнул так. Класс. Он что, идет за мной? Что-то. О, блин. Какой-нибудь. Чё вы там, блин? Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Мы в Dust'а не играем. Я пока не могу ее купить. Я вообще сейчас никаких игр новых не могу купить. Сейчас на Хэллоуин будет распродажа у Стима. Будет на Черную Пятницу. Еще там что-то будет. Так что ждем, да, распродажи в Стиме. Как манны небесной прям ждем. Я ж не контролирую чатик. Да. Нормально все, ребят. Успокойтесь. Вам нравится ругаться? Ну, блин, ругайтесь. Я устал вас уже это. Что-то вам говорить. Вы меня все равно. Вы меня не слушаете. Я пытаюсь вам что-то донести, но вы не слушаете меня. Ну, от чего? Что я сделать-то могу? Биться головой об стену я тоже не собираюсь. Да блин, достал. Что это такое вообще? А, это дырка, ё-моё. Ё-моё, народ. Так. Вообще ничего не нахожу, лол. Все что-то печально. Все очень-очень грустно, ребят. О, фонарик, лол. Еще один. Охренеть. Это что-то новенькое, да. Жрать захотелось? Ну, ты нашел время. Так, подождите, нет, не сюда, хочу сюда. Что-то ни хрена тут нет. Звуки. Да, пипец, задолбал, ну. Катушка, лол, я катушку нашел. Прикиньте. Я увидел первый раз катушку. Тирамису. Ой, нет, что-то. Я не фанат. Эх. Так. Ну да ладно. Так, давайте, не знаю, наверное, сейчас. Подождите. Надо что-то дропнуть. Вот это надо дропнуть. Так, вот это значит. Получается, что? Мне нужен насос, да? Так, давайте, наверное, вот эту хрень пока выбрать. Нет, подождите, мы сейчас, наверное, пойдем. Нет. Или выбросить. Тихо. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Пипец.
пипец, что лагает. Еще одна зажигалка, лол. Вон он, блин. Сваливать отсюда нахрен. Интересно, а какой третий этот самый босс? Ну, монстр. Вертолет, там нужна какая-то помпа. Ты ж три монстра видел? Залез. Нет, подожди, я видел большого и вот этого. И все вроде. Знаете, что самое хреновое, что я не вижу его? Ну, в смысле, не слышу. Тощий? Не помню. Так, мне остался насос, да? Смотрите, короче. Так, мне нужно отсюда сваливать вообще. Что-то игра лагает, лоб. Так. Так. Давайте смотреть. Слушайте, а мне зачем? Так, мне что нужно, значит? Давайте подумаем. Блин, реально, что лагает? Опа-на. Вот это хорошо. Подожди, ага. Так, нужна фара. Получается, да? А, подождите, стоп. У меня уже есть все почти для этого. Как его называют? Пум-пум-пум-пум-пум. Так, сюда мне не надо. У меня есть все почти для... А, блин! Твою мать, иди в жопу, придурок. Ну, ёб твою. Я не могу ничего вырваться. Он меня тупо зажал здесь и все. Дурацкий вот этот монстр, его не слышно ни хрена. Печально. А, смотрите, их заклеивать можно, нифига себе. Камеру можно заклеить, прикольно. Это топово. Так, блин, что-то новый корабль какой-то вообще. Так, нет, стоп. Это потом вот это, пожалуйста. О, отлично, предохранитель. Так, гоу, короче, по-быстрому надо. Так. Task completed. Так, я понял. Почему не пройду-то? Так я знаю, что сделать надо, я пройду. Просто, блин, ну, я не знаю. Сложно объяснить. Я же не совсем глупый-то, как вы думаете.
Опа. Что это? Радио. А, его включаешь, короче. Туда приходит монстр. Прикольно. Мне кажется, сейчас опять будет тот же самый монстр, кстати. Который был. Так. Ничего нету. Хреново. Если сразу найти все, то изи. Будет. А так, блин. Ой-ой-ой. Ну, валим, чё. А, вот этот еще. Понятно. Я завтра с утра в больницу еду. Так что я не знаю. Возможно, меня отпустят, но я не уверен. Теперь понятно, что за тощий. Шел над пастом. Да там камера дебильная была, я от нее убежал вроде. А ни хрена не получилось. Да, я сдох. А что, незаметно? Вот, смотрите, короче, так. Так, он пришел. Да, музон классный. Он сломал. Так, теперь мы ждем, пока он уйдет. И все. Он не любит музыку, да-да-да. Не, слушайте, прикольная игра, мне нравится. Спасибо Дарине, что посоветовала. Ну, блин. Блин, он еще здесь. Вот сколько вот так его ждать-то? Не, я не катаюсь на коньках. Один раз катался. Давно очень. Лет 10 назад. Нет. Лет 9, наверное. В Питере уже снег. Слушай, Вути сказал, что да, но у меня что-то я не вижу снега. Блин, без света тут вообще жесть. О, смотрите-ка. Лебедка, лол. Блин, придется тратить. А что-то свет не включился, лол. Что за бред? Так, мы нашли лебедку, ребят, ура! Мне кажется, самое изичное, что можно, это вот. Ну, это все изичное. Просто как повезет. Еще фонарик. А вот эти звуки, это типа он рядом, нет? Подожди, бежать. Куда бежать? Некуда бежать. У меня... Блин, у меня, по-моему, места, да, не осталось? Нет, еще есть.
Мне интересно, он все-таки на шаги-то реагирует? О, чё? А, прикольно, смотрите, можно эту хрень двигать. Так, нет, вот это. Отлично. Так. Что у нас получается? Здесь, да, здесь опять нужно транзистор. Блин, ну, ладно. То, что я его потратил, я правильно сделал. Это как бы окей. Подождите, а тут мне больше... Да, тут больше ничего не надо. Окей, 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 окей. Так, хорошо. Мне, а я не знаю, наверное, сюда-то все-таки надо сходить. А, вот, вот. Не зря пошел. Так, что тут лежит? Такая хрень, такая хрень. Бутылка нам не нужна. Так, ага, нормально. Давай, давай. Поговорим еще. Тихо. Блин. Не то. Где эта фигня? Ой, ёпта. Ой, блин, это же он! Ядрён батон. Бесшумный сволочь, вы видели вообще? Я его пипец не слышал. Так, валим, короче, отсюда. Нахрен. Ой-ё, тут еще и выхода нет. Я не в ту пошел. Блин, вот это... Вот это пипендос, короче, все, я попал. Если он меня сейчас догонит. Так, вот сюда. ВЛГ, кстати, не прошел эту игру. Серьезно? Дениска не смог? Прикольно. А мы пройдем, наверное. Так, я хочу вот эту штуку включить вообще. У нее как-то света побольше немного. Так. Что-то ничего не вижу. Стало слишком... Ну, игра такая, нагнетает. Звуков вообще никаких нету, из-за этого пипец как страшно. Опа. Я не могу взять, лол, почему? А... Прикол, блин. Офигенски. Так, я, пожалуй, тогда эту штуку, наверное, брошу здесь. Чтобы знать, что тут что-то есть. Я так понимаю, что это надо поджечь, да? Класс. Просто класс, ребята. Это я люблю. Этот говнюк тут все за... Я бы сказал. Показал, что он там внизу. Привет, Вути. Да блин. Опа. Серьезно? А, трансформатор. Да! А, горелки нет. Блин, говно. Горелка нужна. Я нашел все, кроме, короче, этого самого. Кроме горелки. Блин, твою мать. Ну не дай бог, вот не хватит только ее. Так, а мне куда? Сюда. Так. Отлично. Нужна горелка. Все. Ага. И? Да, все. Broken panel надо сделать.
Что это будет так? Стартап секью. Саб релиз. Что это значит? Ну, слушайте, нормально все. А, ну тут типа открыть надо, я понял, да. А нафига эту хрень двигать, интересно? Блин. Так, ладно, я понял вас. А, мне надо отсюда теперь как-то свалить. Отсюда свалить. Вот. Я хочу в соседнее здание сходить. Там больше шансов что-нибудь найти. Мне же на самый верх, да? Не помню. Так. Вот, да, все, валим. Пам-пам-пам-пам-пам. Подожди, что у меня есть? Ничего нету, да? А, я тут первый раз вообще. Прикольно. Подожди, а как я туда прошел, если я... Что за... Ничего не понял, ладно. Так, так. Мне же сюда, правильно? Да. Отлично. Так. Супер. О, сумку нашли, класс. Сумка, это хорошо. Далеко ушел-то? Ну да, почти прошли игру уже. О, блин, нифига, что нашли. Так, это мы здесь. Факин. Да ёпта! Блин, придурок. А! Нет, пожалуйста, не убивай! Не убивай меня! Нет. А, у меня осталось только горелка. Горелка и скотч. Всё. Ой, короче, самый изичный — это здоровый чувак, его слышно, видно, все. Нет, это корабль. Это пипец. Ой, жесть какая. Блин, хромакей, не болей, ну что с тобой такое? Так, ничего нету. Ладно. Блин, нет предохранителя, походу, на столе. Вот это жопа. Или есть? Они есть. Что делать-то? Что делать, что делать? Делать. О, прикольно. Блин, как обидно, а. Он, короче, не знаю, как-то спавнится так непонятно. То есть, ну, не ясно, как, в какой момент он именно приходит. Ну, лично мне. Не знаю, может, вам ясно, конечно. Мне нет. Еще фонарь. Лол. Серьезно? Блин. Ай, да ё-моё. Странно, что сегодня никто не пугает. Нас. Пососами. Да, 3 часа уже.
Да пройдем. Ребят, я сказал же, я пройду сегодня эту игру. Если там больше ничего не надо будет сделать, а я думаю, что как бы там все на эту, то я думаю, что мы точно пройдем. В этих ящиках вообще никогда ничего не бывает. Так, а тут есть что-нибудь? Вот, можно тебя вытащить? Нет, нельзя. Видите, один уже использованный. Здоровяк. Нам вроде повезло. Ух, там предохранитель лежит, ребят. Класс. Два предохранителя уже, это хорошо. Это значит, нам хватит на... чтобы восстановить свет. И еще... В смысле? Так я их специально открыл. Блин, Дарин, ты что, серьезно думаешь, что я такой тупой? Я их открываю, чтобы, если что, в них залезть. Как бы, блин, ребят, вот давайте вы сами будете играть и будете решать, что вам делать, а что нет. А я буду делать то, что мне нравится. Когда открыты шкафы, я сразу понимаю, что я здесь был. Я не думаю, я знаю, ясно, понятно. Окей. Даже спорить не хочу. Кончайте, блин. Не хочу говорить ни о чем. О. Ничего нету. Там мы там находили, я помню. Всякую хрень. Чатик всегда знает лучше, да, да. Какие планы по играм в перспективе? Да не знаю. Вообще хотелось бы South Park пройти и Wolfenstein. Но у меня следующее прохождение будет, мы Old Blood пройдем. DLC к первой части. Ты думаешь, тут настолько... Ладно. Блюдок рядом. Ой, мамочка. На убере. Ого. Конечно, на убере, а как же. Так, тут мне ничего не надо. Нифига нет. Так, это не то. Угу. Понятно. Так. Ну чё, я хоть что-нибудь найду, нет? Блин, бензин не могу взять.
А, я могу выкинуть один этот. Фонарь. Да ё-моё. Чё все выходы до выходы? Мне не выход нужен. Так, это мне тоже не надо. Опа. Чё там? Ни хрена. Тихо. Сложно, непонятно. Угу. Так, сейчас я тут провалиться должен, окей. Но я не смогу здесь заныкаться, да, нигде? Смысл вот блокировать две... Опа-на. Блин, ну нет, ну я почти уже сделал все. Как же ты меня достал, а? Серьезно. Да-да-да, обосрись. Ребят, если есть люди нормальные на канале, можете за... А, хотя нет, ничего у вас не получится. Ладно, сейчас тогда. Сука, а. Чтоб ты сдох. Да мне пофиг, короче, пускай будет. Так. Да, у меня есть хейтер, прикинь. И он уже меня достал. Ну, хотя... Не то, чтобы достал, так. Мне насрать, в общем. Вот что могу сказать. А, и чего я тут открыл? Нахрена? Пипец, тут ничего нет. А, нет. О, ключи, лол. Ключи, ключи, ключи. Мне даже выкинуть ничего. В смысле? Да это же на фоллоу, Валер. Донат и саб нормальный. Понимаешь, если я буду от фоллоу, блин, тут в инфаркт падать каждый раз, то это такое себе занятие. Так что, естественно, чем... Ну... Материальное больше, больше пугает, естественно. За денежку. Так. Я тут везде был. Где эта сраная лестница-то? Так. Надо. О боже, как же тут все тупо.
где? Вон, конец. Блин. Сюда пойдет, нет? Да. Засек, сволочь. Блин. Пожалуйста, нет, не убивай меня. Я взял эту штуку, нет? Блин, почему я не взял-то? А, не взял. Минимальная сумма 100 рублей, у меня таких денег вообще не бывает, да-да-да. Кризис в стране, да, есть такая. Ну, это был хост, да. Но он, видишь, он сначала на меня фоловился с разных хаков, он, я не знаю, я уже на штук 15 их забанил. Да как его? Не получится. Ну все, он пришел. Нет? Тихо. Тихо. Спокойно, спокойно. Я говорю, напугать может все что угодно. Фолловы, донаты и сабскрайб. Хосты у меня выключены, они только вот наверху показываются. Две 900 на проездной, офигеть. Не знаю, я этот карточку купил, на которую деньги кидаешь и ездишь, все. Дешевый у тебя проездной. Листик? Что за листик это был? Так. О, лол. Что нашел-то, а? Это армированный скотч, да. Бензак. Блин! Вот это я лошара, короче. Так косикнуть. Так, спокойно, спокойно. Все хорошо. Он внутри этой ботвы. Так, мне нужен что? Мне нужен насос. Правильно, правильно. И все, все остальное у меня есть. Насос, лол. Я прошел. Блин, он идет сюда. Иди лесом. О, господи, как же ты меня достал-то, блин, ну ты серьезно, вот тебе самому-то это не надоело? Ну правда, вот что ты ко мне привязался-то, блин, придурочный? Прыгай на плоду, подожди. Я не накачал его еще до конца. В смысле, блин, почему не исчезло-то, алло? А, я не то убрал, фак.
Блин, ну зачем ты мне жизнь портишь? Ну вот серьезно. Урод, а. Ребят! Пожалуйста, можете на него репортов там накидать? Кстати, на Твиче как-то странно это очень сделано, реально. С этими репортами. Да не, началось это намного раньше. Ну вон там аккаунты там дебильные. Это бурная фантазия на нике. Не дает, блин, ничего сделать. Я создал клан, в котором буду только я в Destiny. Да. Я не знаю вообще как... Нет, там репорты кидать, это надо зайти на страницу и там нажать там три точечки, короче, и там можно пожаловаться. А чего он такой огромный стал? Или он такой и был? Слушайте, смотрите, эти самые занавески можно отодвигать, лол. Он меня ищет. Он реально подошел, открыл занавеску. Пипец, короче. Блин, так и будете рядом постоянно ходить? Я не видел, когда он это двигал. Не обратил внимания, только сейчас заметил. Сейчас уйдет. Да, пайпик никто не забанит, это понятно. Я понял, да. Ну, не знаю. Ну вот о чем мне делать? Ну, вот серьезно. Отключать все алерты? Ну, пипец, это же бред. Но человеку вот нравится. Человек вот реально, блин, от этого, не знаю, он кайф, наверное, получает. Не знаю. Так, подождите. Ой. А как зацепить-то ее, лол? Не пойму. А, во. Нет, надо ниже. О, yes. Так. Рич Рафт. А интересно, если я сейчас прыгну здесь, я убьюсь?
Подожди, что ты написал? Не прыгай, а спустись по палубе вниз. По палубе вниз. Блин. А! Нет, пожалуйста, не убивай! Не убивай, не убивай, не убивай. Фак, 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 фак. Блин, это еще ниже, черт. А, не, мне сюда как раз надо было. Я тоже сикнул. Чуть-чуть. Да. Да, я это сделал. А где ты написал? Я не вижу. Спустись, попал вниз. Спустишься вниз, ищи плот. Ну да. Нет, я понял. Я просто... Мне интересно было, что это убивает или нет. Я прошел. Я прошел. А, ну я все равно. Или нет? Чего? Минус один хоррор. Yes. Я это сделал. Ура, друзья. 3 часа 20 минут, можно сказать. И мы прошли эту игру. Чё-то на плоту пососно на вертике. Ну, блин, я не буду каждую концовку делать. Ты чего, гонишь, что ли? Я не очень-то хочу. Пипец, у меня столько, короче, от этого чувака, блин, хостов. Просто жесть, вы бы видели. Почему я... А, слушайте, подождите. А, нет, это нельзя, блин. Почему я вот не могу убрать, вот, например, автохосты, которые... Ну, вот, кто меня хостит, чтобы... Это... Да, а чё, скрин... Тебе ники нужны? А, не, ну тут три их. Танцор диско, Мадеш и Дарина. Жалко, что я не могу удалять тех, кто меня автохостит. И вообще хостит. Это пипец. Это бред. О! Блин, они добавили кнопку автоматическое размещение вот трансляций. Автоматическое разрешение каналов группы случайно при отсутствии владельца сети. Прикольно. Ну вот я хотя бы это выключу. Ну жесть, конечно. Ладно. Ну чего, друзья, все, прошли мы эту игру. Мы классные. Мы молодцы. Следующий хоррор не знаю какой будет. Надо вообще обсервер пройти по-хорошему. Но я пока не знаю. Так что, как-то так, друзья. Ну, следующее, наверное, будет все-таки Wolfenstein Old Blood. Потом будет вторая часть. Я на самом деле не знаю, блин. Сейчас я пока в больнице лежу. У меня... Я же не работаю. Хе-хе-хе. Поэтому возможности покупать игры за 2000 у меня нету, к сожалению. Но... Что-нибудь придумаем с этим, не знаю. Ну, может, все-таки донаты соберу. Вот видите, сегодня было не очень много поддержки, так скажем. Ну, посмотрим. Братство кольца. Ну да, сейчас, ага. Вот, ладно, друзья, все, давайте. Всем тогда пока, удачи. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, что завтра будет трансляция. Я не знаю, отпустят меня из больницы или не отпустят. Ну, посмотрим. Вот. И, в общем, я в Дискорде все напишу, так что добавляйтесь в Дискорд, нажимайте кнопку follow и сабайтесь, ну, подписывайтесь на канал. Все, с вами был Мадеш, смотрите хорошие стримы и до новых встреч, друзья. Пока-пока. I never said wanted to. Yeah.
We'll be right back.